Читайте сегодня на портале 1pnz.ru. Отец Егора Крида оказался крепким орешком. Владелец фирмы «Унитрон», крупнейший производитель орехов для шоколадных батончиков, успешно работающий в Пензе уже 19 лет, попал под иск налоговой. Инспекторы требовали от бизнесмена более 9 миллионов рублей. Чем закончился суд? Станет ли семья певца Крида беднее? Эти и другие важные темы на первом пензенском портале 1pnz.ru. 18+.